Праздник Крещения встретили жители Карачаево-Черкесии. В Большом пруду Зеленого острова была оборудована купель, а в Никольском соборе богослужение совершил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Подробности у Али Баташева. Во Иордане, крещающийся тебе, Господи, троическое веся поклонение. По преданию, после произнесения молитв вода обретает целебные свойства. Троекратное погружение в прорубь на день Крещения 19 января давно стало доброй традицией. Поэтому с каждым годом количество желающих погрузиться в ледяную воду не уменьшается. Я всем рекомендую. Мой сыночек сегодня первый раз будет нырять. Вот, всех с праздником. Вот, все прекрасно. Ощущение, о, здорово. Круглосуточно свою вахту на Зеленом острове несли медработники и сотрудники МЧС. Ну, мы готовы к любой ситуации. Максимально обезопасили водоем. Все спасатели опытные. Не первый год и не второй. Спасать никого не пришлось. После ледяной проруби смельчаки обогревались у костра, пили горячий чай и кутались в теплое белье. Крещение – один из 12 главных праздников православной церкви. Во всех храмах республики прошли праздничные богослужения. В Никольском соборе божественную литургию возглавил архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилакт. Уходит не только в Иордан, но и в воды моей совести, чтобы собою их осветить, очистить. Входит чистый, чтобы оскверненного сделать освященным. Входит святой, чтобы отчаянного сделать сильный. Входит победитель, чтобы скованный грехом, побежденной страстью, сделался свободным. Всех жителей республики поздравил председатель Народного собрания Карачаево-Черкесии Александр Иванов. В ходе богослужения был проведен водосвятный молебен, поэтому верующие возвращались домой с запасом святой воды. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.